У папы и мамы интересная работа. Они ловят преступников. Уверены все участники конкурса рисунков. По итогам выбрали 4 победителей. Дарья Сиренко в Самаре недавно. Вместе с папой они приехали сюда из Владивостока. О работе отца в полиции знает по рассказам. Сегодня первый раз у папы на работе. Очень стало интересно, что очень волновалась. 20 рисунков от самых разных участников, больших и маленьких, отражают то, как дети видят работу папы и мамы. Сами родители о ней говорить не любят, но своими победителями гордятся. Дочь у меня занимается в художественной школе, как бы рисует, увлекается, поэтому она восприняла на ура эту идею, то есть... За вечер он нарисовал, то есть на следующий день я уже принес рисунок. Самому юному участнику 7 лет. Захар Брезинов нарисовал папу Евгения на посту. Он следит за тем, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. А ты сам-то соблюдаешь правила дорожного движения? Да. Ну-ка расскажи, как ты теперь ходишь? За руку с мамой. В диспетчерской или на дороге. Они следят за порядком в любое время дня и ночи, при любой погоде. Работа суровая. Даже на награждение детей приехали со службы. Не секрет, что сотрудники полиции, которые работают в органах внутренних дел, большую часть времени проводят свою на службе. Соответственно, ребенок тоже должен понимать, чем занимается его папа и мама. Организаторы уверены, конкурсы рисунков помогают улучшить отношения между родителями и детьми. Работа над рисунком дарит и маленьким, и взрослым самое ценное – общение и внимание. Рисунки победителей уже отправились в областное управление внутренних дел. Впереди региональный конкурс. Олеся Корецкая, Станислав Левин, «События».